В столичном регионе начался масштабный мониторинг нестационарной сезонной розничной торговли. Проверки проходят во всех муниципальных образованиях Московской области. Первые результаты работы будут известны уже к 1 августа. Объекты внимания участников мониторинга – сезонные лотки, палатки и бахчевые развалы. Проверка проводится на наличие сертификатов, а также включение мест нестационарной торговли в схему размещения НТО. Новый проект запустило правительство Подмосковья совместно с общественной организацией «Офицеры России». Для непосредственных участников рейдов проводятся обучающие семинары по повышению правовой грамотности, а также знаний законодательства о розничной торговле. По словам министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Пасаженникова, в период наибольшей незаконной торговли с развалов и лотков, а именно в августе и сентябре, мониторинги будут усилены. Луиза Егиазарян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.